Всем привет, ребят, с вами Настя. Сегодня хочу вам показать, что я... Первое, что я хочу вам показать, это мою красивую косметичку, которую я купила в Фикспрайсе. Очень красивенькая, она мне очень сильно понравилась и очень удобная. Я уже фоткала эту косметичку в Инстаграм, так что, если интересно, то вы можете... Хочу вам, ребят, показать новые новиночки из Beauty Bomb. Я не снимала про это видео, потому что у меня не вся коллекция. Я не купила всю коллекцию, потому что, по идее, у меня из другой марки эта косметика есть. И мне не нужна из Beauty Bomb вся коллекция, потому что этой коллекцией я пользоваться не буду. Я хотела попробовать, и я ни разу не покупала в Магнит Косметик ничего. Я решила, давайте сейчас я вам покажу новую коллекцию Beauty Bomb. Это вот такая вот палетка. Этой палеткой я пользоваться буду, потому что я купила еще одну палетку, которая мне нравилась. 01 оттеночки. Очень хорошая. Здесь есть хайлайтер, румяна и контуринг. Скульптор. И вот такая вот палетка из новой коллекции Beauty Bomb. Здесь есть вот хайлайтеры и скульптор. Тоже первым оттеночке. Очень сильно мне понравилось. Следующее, здесь у меня две штучки резиночки для волос. Вот такая вот палеточка. Очень сильно ее полюбила. Я сейчас крашусь именно ей. Это 02 оттеночке. Эти цвета все. И палетка вообще сама красивая и оформленная. Ну и, конечно, 01 оттеночке кошечка. Оформление кошечки мне очень сильно понравилось, потому что она такая... И Beauty Bomb прям вот купила. Вот у меня есть вот такая коричневая тушь, вы ее видели уже. Фиолетовая тушь. Синяя тушь. И розовая тушь из Вайбриса, да. Ну и сейчас я начала пользоваться вот такими кисточками, вот такими наборами. Я решила, буду пользоваться лучше набором вот такими кисточками, потому что тут есть и для теней, и вот такая вот мягкая кисточка для румяна, для скульптора. И очень сильно она мне очень понравилась, и я решила, что я буду пользоваться, почему бы и нет, потому что... Здесь все. Она маленькая и тем более такая вот красивая и аккуратная. Масло для кутикулов. Моя любимая кисточка. Ее я очень сильно обожаю. Я использую ее для румяна и для хайлайтера. Карандаш для бровей коричневого цвета. И индирездорант. Обожаю этот крем. Так, ножницы. Матовая помада в оттенке 18. Консилер, который тоже уже заканчивается. Я пользуюсь ей постоянно. Тут такой вот красивый аппликатор. Из Вайбриса заказываю консилер. Хочу закончить вот этот консилер. Он у меня... И я... Зеленая тушь. Начала пользоваться вот таким спонжиком. Я все спонжики покупаю в Фикспрайсе. Не покупаю дорогие спонжики, потому что нет смысла. Этим спонжиком я растушевываю консилер. Очень классно растушевывается консилер. Я 5-3 примерно. Ну, все, что я вам показала, что я с собой взяла. И показала как раз новую коллекцию, остатки новой коллекции, которые я купила из Beauty Bomb. Очень мне понравилась эта коллекция, и как раз я уже сложила всю косметичку. И спасибо, что были со мной, с вами была Настя, всем пока, скоро с вами увидимся.